Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тольяттинские гандболистки выиграли Кубок Норвегии. Александр Бутовецкий завоевал две медали на чемпионате страны по бадминтону. Две медали завоевал самарец Александр Бутовецкий на первенстве России по бадминтону. Бронзу в одиночном разряде, а в паре с москвичом Владиславом Соловьевым серебряную награду. Золото у столичного тандема Никулов-Серпионов. Сборная России по гандболу, за которую выступают пять тольяттинских спортсменок, выиграла Кубок Норвегии. С хозяйками турнира они сыграли в ничью 26-26, потом разгромили шведок 32-24 и в одно очко победили сборную Нидерландов 27-26. Кубок Норвегии Россия выигрывает второй раз в своей истории. Впервые это случилось 14 лет назад. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.